Всем привет! В общем, ребяточки, я немножко анонсирую мое лечение, что сегодня прошло. Прошла четвертая химия, все нормально, очень удачно, анализы позволили ее сделать. Если кто-то боится химии, не надо ее бояться, все продумано. Даются лекарства от тошноты, от аллергии, даются как они, стероиды. Сама химия практически незаметна. Между химиями делаются физраствори каждый раз. В общем, это занимает где-то часа 4-5 часов нужно сидеть. В общем-то, кушать прекрасно. Я покушала, как всегда, помидорчик, огурчик, яйцо свое советское. Чай один стакан, пол шаурмы. Нормально, вот в фильмах показывают, что они там с унитазами слазят, рвота постоянно. Нет, здесь все продумано, все вообще идеально. Медсестры работают как пчелки, они за день так устают, что просто ужас. Они постоянно подходят, постоянно смотрят, постоянно техника сообщает, там как на космической станции сидишь. Все пикает, микает. Человек сколько? Человек 15 в помещении находится, все проветрится. Мы все сидим в масках. Нас кормят даже там. Арухат Бокер — это завтрак. Утренний завтрак дается. Остановись чуть-чуть. В общем, идеально. Завтра получаю опять этот укол, потому что для этого нужны лейкоциты. Повысить их. Повысить, потому что они борются с клетками, с этими. Помогают. Помогать, ну, и с хорошими клетками, и с плохими. Как бы эта система хоть и старенькая, но она настолько проработана, настолько это идет, ну, больше эффективности, я бы сказала, потому что новые лечения, биотерапия. Она же иммуна. Или иммунотерапия, она же. Их есть два вида сейчас. Американская и английская. Они практически одно и то же. Только с какой-то разницей. Американцы стараются вторую добавку лекарственную, как эксперимент. Я считаю, он неудачный у них. Не проработанный. Но по отношению к тебе это уж точно. По отношению ко мне два лечения прошли немножко зря. Я сейчас третье лечение получаю. Я считаю, оно более эффективное. Это видно визуально уже. Вот. Кому-то помогает, кому-то не помогает. При каких-то, скорее всего, терапия кожных таких, ну, каких-то проблемах, оно помогает, возможно. А при опухолях оно не очень эффективно. И еще есть один момент, что эта американская фирма заложила в растворе. Есть ли там компоненты, это тоже активно. Активные. Лекарство очень дорогое.
$8000, 200 миллиграмм порция. На порцию физраствора. Поэтому кто-то попадает в группу плацебо. В общем, там кухня непонятная. Поможет оно, не поможет. И, в общем, это эксперимент. Берут много-много крови. Чуть ли не каждую неделю здесь. Более все продумано до мелочей. Я считаю, вот это 3 месяца лечения. Первый месяц я уже прошла. Единственный момент, здесь очень больной укол по повышению лейкоцитов. Повышение лейкоцитов, это берется из спинного мозга, как-то там уколом воздействие идет это все. Технологии, я не знаю какие, но это очень сильно чувствуется, он очень больной. Но сестрички мне дали хороший сиропчик. И, в общем, второе лечение я прошла уже практически полегче. Ну, с болями только 4 часа такие умеренные боли терпела. И как бы мне психологически удалось все выйти сразу из этого. Из этого, да, где-то в течение суток. Ну, ночь. И я практически часа 4 терпела небольшие боли. Вот. Сейчас идем в магазинчики. Опять, может, зайдем в гольф, зайдем купить парфюм, если он есть, мой любимый. Зайдем в Эйс, посмотрим компьютерные стульчики. Может, они дешевле. А? Может, они дешевле. Может, они дешевле. Зайдем еще в один магазин. Я уже охрипла. Поза. И там хорошие очки. Да, хорошие очки дешевые для чтения. Такие, они сидят очень хорошо на носу. И Ларисе подходит, и мне подходит. Вот, чтобы были 2 пары. Правильно? Да. Ну, бай-бай. Бай-бай, бай-бай. 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 Нет. Нет. Ой.